Напоминаю вам о том, что работа по созданию базы канала продолжается. Если вы хотите принять в этом участие, то соответствующие реквизиты вы любым из доступных вам способов можете увидеть в описании канала. Также, если вы не можете помочь материально, ну, то есть, кто сколько может, скажем так, то вы можете помочь каналу, если не будете пропускать рекламу, просматривать ее до конца и ставить лайки. Привет, друзья! Сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег, и, соответственно, мой хвост Акбар. Да, Акбар? Он лежит, смотрит. Друзья, сегодня я хотел бы вам рассказать, почему в некоторых случаях я отказываю в проведении скайп-консультации. То есть я прошу на меня не обижаться. Почему? Ну, во-первых, не всегда можно помочь дистанционно. То есть я не волшебник, я не могу дистанционно, не находясь где-то помещении в одном с собакой, не видя, как она ведет себя, то есть мне нужно видеть, как невербальное общение, то есть как собака проявляет себя в той или в иной ситуации. Я не вижу, как хозяин себя ведет в той или иной ситуации. Да и вообще в некоторых ситуациях тупо по интернету, по скайпу помочь невозможно. То есть нужно присутствие человека, который будет корректировать. И если я чувствую, что вопрос идет там о какой-то агрессии на ребенка, да, там, допустим, агрессия на ребенка, еще какой-то вид коррекции поведения, то здесь я просто бессилен вам помочь дистанционно. Нужно непосредственное участие человека, который является специалистом и который будет присутствовать на месте, видя все нюансы, все мелочи, потому что вы детали не можете мне описать, потому что даже не знаете о том, что это очень важно, ну, в некоторых ситуациях, да, там, как собака поставила уши, в каком положении у нее находится хвост, именно, что прозвучал какой-то звук в тот момент, когда произошла та или иная неадекватная ситуация. Это вот один из моментов тех, которых я могу отказать в скайп-консультации, поэтому прошу вас, как бы, ну, не осуждать меня за это. Я не могу помочь, дабы не навредить. То есть я могу вам дать какие-то рекомендации, но чувствуя человека, который, ну, я понимаю, что человек, ну, не справится просто с данной ситуацией, не, судя по общению, которое у нас произошло предварительно, да, я понимаю, что человек, этот новичок, у него собака первая, ситуация запущенная, то есть я рекомендую обратиться кинологом на месте и там уже как бы решать эту ситуацию. Второй вид отказа — это когда люди начинают со мной торговаться. То есть сама по себе консультация стоит недорого. Сейчас она стоит на данный момент, сегодня 1 августа 2017 года, и на данный момент консультация стоит 700 рублей. Разовое занятие у нас в городе стоит от 500 рублей. То есть вы пришли, позанимались, да, и заплатили за это разовое занятие 500 рублей. 700 рублей стоит моя консультация. У других кинологов интернет-консультации начинает стоить там порядка от 2000 рублей. То есть цена и так занижена, и только для того, чтобы, ну, не все подряд ко мне писали, потому что бесплатно вы всю практически информацию, которая среднестатистическая, она есть в интернете, во всех моих роликах. То есть бесплатно вы можете почерпнуть все там. Я практически вот любые ситуации, которые вы задаете вопросы, команда рядом, там команда ко мне, команда сидеть, команда лежать, как правильно стричь когти, вот все это есть бесплатно абсолютно. Вы хотите индивидуального какого-то подхода, консультация стоит, ну, мне приходится, потому что как бы мы строим базу канала, да, там и так далее, то есть я каким-то образом пытаюсь заработать на это дело для того, чтобы снимать, опять же, бесплатные ролики для вас. Вот, и когда начинает, а вот давайте там 300-400 рублей, там 100 рублей сбросьте, знаете, я прекращаю сразу же общение по этому поводу. И даже вот не стоит, поэтому тоже прошу не обижаться. Консультация стоит не так дорого,
вы хотите индивидуального подхода для того, чтобы я именно вам уделил внимание, вошел в суть вашей ситуации какой-то, да, а консультация по цене просто занижена, она, еще раз повторю, стоит всего 700 рублей. Вот. Я понимаю, что для кого-то это крупные деньги, но бесплатно смотреть вы можете все и так во всех роликах, которые в свободном доступе находятся на YouTube. Пожалуйста, смотрите, вот, и не ропщите. И еще я отказываю, когда люди начинают, вот, например, человек пишет мне, вот у меня есть хаски, да, я хочу научить ее команде ко мне. Вот, и я готов заплатить, в принципе, но какие гарантии вы можете мне дать? Какие я вам могу дать гарантии по интернету? Вот, я проведу с вами скайп-консультацию, да, я вам дам рабочую методику, которая предполагает какое-то время, чтобы вы уделяли, то есть команда ко мне, допустим, беспрекословно на 90% случаев, если вы будете работать именно над этой командой по моей методике, она в 90% случаев будет работать у вас. Ну, здесь все же зависит не от меня, а все зависит от вас, потому что вы же будете непосредственно работать. То есть работа это ваша. Как вы правильно соблюдете методику мою, как вы правильно соблюдете временные параметры для выработки именно биологического закона, выработки условного рефлекса, который тоже предполагает какие-то временные рамки. Да? То есть люди начинают там, я говорю, там неделю упражнения делать. У них собака начинает сразу же это делать, упражнения. И все, они считают, что нужно перейти сразу на следующий уровень. Нет, здесь так не пройдет. То есть, если вам было сказано работать неделю, значит, неделю ровно работать и надо. Если было сказано там 2 недели над тем упражнением работать, значит, и надо работать 2 недели. Вот. То есть, гарантии я тоже как бы стараюсь не отвечать. Человек мне начинает сразу хамить. Вот. Мне такие вообще не нравятся вещи. То есть обыкновенный вопрос, какие гарантии. То есть никаких гарантий я вам дать не могу. То есть мои гарантии то, что я снял уже целую кучу роликов, не один год работаю над этим. И насколько я профессионал, оценивайте сами вообще. То есть по моим предыдущим каким-то роликам, по моим работам. Вот, это все в свободном доступе находится, и вы можете все это изучить. То есть гарантия только это залог вашей работы, вообще правильному подходу и соблюдения всех методик и рекомендаций, которые я вам даю. Вот, и потом еще что. Вообще, скайп-консультация хороша, знаете, когда? Когда вы берете щенка. И не знаете, то есть это для вас это первый щенок. И даже вот для того, чтобы придать вам уверенности, для того, чтобы с самого начала правильно выстроить взаимоотношения, вам нужно знать что-то. И не пообщавшись с опытным человеком, трудно это сделать. То есть вы одну статью в интернете прочитали, вторую, они противоречат друг другу. Объяснений как таковых там мало дается. Поэтому, если мои работы, вы уже знаете, если вы взяли щенка какого-то и хотите правильно построить ваши взаимоотношения на основе того, какой вы человек, на основе того, какую породу щенка вы взяли, да, пол этого щенка. Вот здесь я стараюсь подойти индивидуально к каждой ситуации. И в этом случае скайп-консультация приносит вот 100% результат. То есть вы изначально уже знаете, уверенно себя начинаете вести, вы знаете периодичность занятий, да, вы знаете цикл занятий, то есть с какого занятия надо начинать, именно как выстраивается фундамент. То есть в этом случае, конечно же, вам вот такая скайп-консультация пригодится. Поэтому обращайтесь. Адрес, еще раз вам хочу сказать, что обязательно в теме письма указывайте о том, что вы хотите записаться на скайп-консультацию. И вот в этом случае вам скайп-консультации помогут. То есть в 80% случаев коррекция поведения на дистанционно не работает. А вот для того, чтобы выстроить правильную тактику и стратегию воспитания вашей собаки, именно индивидуально, вас и вашей собаки, вот здесь эта тема будет очень полезна. Поэтому жду вас всех, записывайтесь, буду рад помочь. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег, мой хвост Акбар. Да, Акбар, он же Акбар спит.
Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.